Я курсант цикла тематического усовершенствования по диетологии и хочу сказать, насколько важен этот цикл в работе практикующего врача. На этом цикле рассматриваются актуальные вопросы питания при различных заболеваниях, и сахарном диабете, и атеросклероза, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Читались лекции по диетическому питанию детей и подростков. Это очень актуальный цикл, и рекомендую многим докторам и терапевтам, и семейным врачам посетить эти курсы.